Всем привет, вы попали на канал Hardware, это инфо, и в этом видео я расскажу вам, как настроить элементы управления в наушниках Soundcore Liberty Air 2 Pro. Итак, для этого нам понадобится приложение Soundcore, опускаемся в самый низ, нажимаем элементы управления в правом нижнем углу. Здесь мы можем выбрать, что у нас будет на одно касание на каждом наушнике. На левом наушнике у нас отключена кнопка одного касания. Давайте включим функцию одного касания и поставим, например, на одно касание воспроизведение паузы. Я думаю, это самый удобный вариант. Так, на правом наушнике уже так стоит. Ага, на левом. Воспроизведение паузы. Я хочу, чтобы там и там было. Замечательно. Так, стоп, двойное нажатие. Я запутался. Здесь ставим воспроизведение паузы. А здесь двойное нажатие. На левое ставим на двойное нажатие следующий трек. И здесь тоже следующий трек. Далее. Удерживайте 2 секунды. Что же мы ставим на 2 секунды? Пусть ставит, да, звуки окружающей среды меняет. А на правом, допустим, пусть вызывает голосового помощника. На этом все. Ставьте лайки. А, да, и также мы можем забросить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.